Июль в разгаре, а жители Чувашии так и не успели насладиться жаркими днями. По данным сайта «Погода 21.ру», в Чебоксарах средняя суточная температура воздуха составляет 19-20 градусов. Только иногда он прогревается до 26. В эту субботу все же будет тепло, но во второй половине дня местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В воскресенье увеличится облачность и станет заметно прохладнее. Возвращение лета ожидается со следующей среды. В Чувашию начнет поступать жаркий воздух. А конец месяца порадует жителей города солнечной погодой с температурой воздуха выше 25 градусов.